Reč sada dajem doktoru Petaru Iskenderovu, višem naučnom saradniku Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka i umetnosti. Hvala. Уважаемые коллеги, я думаю, сейчас всем уже понятно, что сегодня, спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны, после решений, соответствующих решений, принятых в Нюрнберге, нацизм переживает подлинный расцвет практически по всей Европе. Поштуване колеге, мислим да је сада јасно после 70 година да нацизам у савременној Европи поново доживљава процвет. И в России, и в Сербии, и в других странах в попытке объяснить это явление часто ссылаются на незнание, на отсутствие на отсутствие информации и на другие подобные факторы. Чак и в Руси се то данас покушава оправдати неким незнанием, неинформированностью или неким другим факторами. Поскольку действительно в Европе существуют и соответствующие правовые механизмы противодействия нацизму и фашистским настроениям, в частности, решение об ответственности за отрицание Холокоста, существует большое количество международных организаций, которые призваны следить за этими вопросами. Pošto u Evropi postoje instrumenti i zakonski, poput onoga da se ne sme propagirati holokaust, ali to nije pokazano u stvarnosti današnje Evrope. Поэтому подчас действительно возникает желание рассказать европейской мировой общественности, напомнить, и существует иллюзия, что вот сейчас они все поймут и примут действенные меры в борьбе с нацизмом, современным нацизмом. Доктора, свакако треба ставити до знания таквой Европе, да постоје люди који то знају и који су спремни да се супроставе тој новој обнови нацизма. В какой-то мере это справедливо, но это относится к самому, я бы сказал, нижнему уровню европейской политики, к уровню общественного мнения, к уровню определенных средств массовой информации. Чак и ако се то односи и на најнижи тај ниво, значи медицина, на ниво средства массовних информација. Однако в том, что касается руководства европейских стран, руководства Соединенных Штатов, то здесь речь идет не о незнании, и речь идет не об исторической забывчивости, а о холодном геополитическом расчете. Значит, ако это так в питанию с обычным явным мнением, свакако то не случай с политичарима западноевропскими и политичарима Соединенных Американских Держава, него да из-за того стоит нихова геополитическая рачуница и прорачун. Дело в том, что с конца 80-х годов прошлого века, после формального завершения Холодной войны, именно нацизм, фашистские настроения, потворство этим настроениям со стороны Запада стали ключевым элементом реализации идеи евроинтеграции, а по сути идеи евроатлантизма, евроатлантической интеграции. Ради се о томе практично, да после завршетка Хладног рата краем 80-х година, то се претворило у реализацију циљева не само европског заједништва, него и евроатлантизма. И то, что сегодня эти настроения переживают беспрецедентный подъем, хорошо понятно, учитывая, что других аргументов у сторонников евроатлантизма становится все меньше и меньше. Эта идея теряет своих сторонников с точки зрения экономики, с точки зрения социально-экономического развития, остается действительно использовать именно этот геополитический фактор. Због тога се покушава тај геополитички фактор практично успоставити забашарујући, јер немају никакве конкретне аргументе, неке друге аргументе конкретне којим би могли у стварности потврдити такву своју политику. Данный механизм опробовался еще на пространстве бывшей Югославии, и он имеет два направления, скажем, два измерения использования нацизма и фашистских настроений в геополитических целях.
Znači, taj mehanizam je oproban prethodno u Jugoslaviji i imao je za cilj da rehabilituje praktično, ako sam dobro shvatio, da rehabilituje nacizam. Fašistički nastrojenje. Fašistička nastrojenja na teritoriji bivše Jugoslavije. Если мы посмотрим на развитие ситуации, в частности, в Хорватии, Боснии и Герцеговине, то мы увидим эти два уровня. Первый уровень – это использование национализма, фашистских настроений для создания определенного общественного мнения, нужного западным центрам силы. Значит, ако погледамо ситуацию в Хорватии и Боснии и Герцеговине, видимо, да су на делу два нивоа. Први ниво представлја искорищавање тих тенденција, znači korišćenje bukvalno tih nacifašističkih tendencija radi ostvarenja geopolitičkih ciljeva, a drugi nivo? Nacizam v Hrvatiji, nacizam, skažemo, v Bosni i Hercegovini, prvi element objedinjenja, element ukrepljenja antiserbskih nastrojenja u opštenom mnjenju. Da, praktično je, znači, oko te ideje i obnove nacizma ujedinjeno javno mnjenje na jednoj antisrpskoj bazi, na jednoj antisrpskoj osnovi. Второй уровень данной стратегии это носит провокационный характер. Его цель спровоцировать другую сторону на ответные действия. Drugi cilj ili drugi nivo je praktično jedna vrsta provokacije druge strane na odgovarajuće delovanje, na odgovarajuću reakciju. Понятно, что руководство Сербии, руководство тогдашней Югославии не могло не реагировать на рост фашистских настроений в той же Боснии и Герцеговине, в Хорватии, позднее в Косово и Метохии, и уже данная ответная реакция квалифицировалась в нужном Западу смысле. Naravno da rukovodstvo tadašnje Srbije i tadašnje Jugoslavije nije moglo da ne reaguje na jačanje takvih profašističkih tendencija i da ne pokuša odgovoriti, a Zapad je to koristio u onom smislu koji je odgovarao njegovim težnjama i njegovim zahtevima. Takim obrazom, vnutri toj ili inoj strani nacizom služit sredstvom katalizatorom nužnih Zapadu na opštenih nastrojenji. Znači, tako s jedne strane nacizam postaje nužni katalizator radi sjedinjenja snaga oko interesa Zapada. A v kačestvu vnješnjega faktora on služe celim provokaciji, sprovocirovati drugu stranu v konflikti ili, v principi, to ili inoje gospodarstvo, v danom slučaju, tada je to bila Jugoslavija, sčas je to Rosija, na ответne действия, s tem, što bože na etu stranu vozložiti ответственность za obostrenje obstanovke. A sa druge strane, znači sa te spoljne strane, da se isprovocira ta zemlja, u ovom slučaju Jugoslavija, da krene na neki odgovarajući korak koji će se posle iskoristiti u vidu pritisaka na tu zemlju. Imena eta dvajna strategija realizujeca v posljednji polutara goda na Ukrajini. Upravo ta dvostruka strategija se organizuje posljednje dve godine u Ukrajini. Разумеется, в западных центрах силы руководство европейских стран хорошо понимает суть и правого сектора, и других организаций, которые действуют на территории Украины. Разумеется, да руководец Европской Унии и западного фактора отлично разумеют суштину десного сектора и остальных организаций, которые делают нас в Украине. Тем более, что действия этих сил напрямую затрагивают интересы не только русскоязычного населения, но и интересы других этнических групп, которые имеют за пределами Украины своих, так сказать, свое лобби, скажем, это Венгрия или Словакия или Румыния и так далее. Тем пре, что ніхвом політиком не судирнути само не дирнуто само русскоязычное страновництво, него и страновництво других народа, кои живе в Югославии, Маджара, Румуна. Однако здесь как раз тот случай, когда геополитическая цель оправдывает любые средства. Znači, to je praktično najstariji cilj, stara premisa po kojoj cilj opravdava sredstvo. Цель заключалась в том, что создать на Украине соответствующее общественное мнение, мобилизовать своих сторонников перед лицом мнимой внешней угрозы со стороны России, с тем, чтобы вовлечь Украину в орбиту евроатлантизма. Znači, praktično je cilj da se u Rusiji stvori jedna antiruska snaga i cilj je da se preko te snage Ukrajina uvuče u euroatlantsko prostranstvo. Соответствующим образом, любые ответные действия России, даже политические, даже дипломатические,
трактуются уже не как осуждение конкретно нацистских, фашистских проявлений и настроений, а как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Tako da se svaka reakcija Rusije koja kritikuje projave nacizma ne tumači tako, nego se tumači kao mešanje Rusije u unutrašnje poslove jedne nezavisne suverene ukrajinske države. Eto, k slovu, kasajece ne toliko Ukrajine. To se do duše ne odnosi samo na Ukrajinu. В частности, если ознакомиться с заявлениями многих ряда западных представителей, которые в целом не являются сторонниками подобного евроатлантизма в чистом виде, то данная концепция присутствует и у них тоже. Чак и ако я знам много представника западного явного мнения и политичара, кои немају такву тачку гледишта, али свеједно то се не огледа у спроводјењу те политике. Как раз на днях в российской печати было опубликовано интервью американского конгрессмена, известного республиканца Дана Рорбахера. Ових дана је Дан Рорбартин, американский конгрессмен, у русской штампе дао један интервью. Он как раз относится к тем конгрессменам, которые занимают достаточно объективную позицию, настолько, насколько это возможно в сегодняшней Америке. Он представля такого конгрессмена, кој колико толико има јан реалан поглед на све то, колико је то данас могуће у данашњим околностима в Америци. Однако и он упомянул в числе дестабилизирующих современных факторов якобы вмешательство России во внутренние дела прибалтийских республик. И он ипак напомену умешаност Русије у внутрашње послове прибалтичких земаља. Хотя понятно, что под этим вмешательством понимается осуждение, с которым выступает Россия по поводу притеснения русскоязычного населения и ничто другое. Иако је јасно да се Русија само залаже за права своје руске националне мањине у тим земљама. Еще один характерный фактор использования идей нацизма и фашистских настроений в геополитических целях в качестве движущей силы евроатлантической интеграции заключается в двойных стандартах, а вернее в подмене тезиса в том, что касается отношения Брюсселя и Вашингтона к политическим процессам в рядах самого ЕС. В редакции В отношении Брюсселя и Вашингтона к политическим процессам внутри самого Евросоюза. Значит, другий важный фактор є односи Брюсселя и Вашингтона у квиру самой Европейской унии, и также ту имамо један подмена тезиса. Имамо замену теза или двойные стандарты. Да. Здесь фашистами, нацистами, националистами провозглашаются исключительно те силы, которые выступают за сотрудничество с Россией или хотя бы не разделяют ценности евроатлантизма. Tako da se praktično u tim zemljama nacistima i fašistima definišu i proglašavaju samo oni koji su za saradnju sa Rusijom ili koji ne cene euroatlantske vrednosti. Фашистами, националистами являются лидеры ряда государств Европейского Союза, в частности Венгрии. Фашистима и националистима се проглашавају чак и лидери неких земалја, посебно Мађарске. Французский национальный фронт, пришедшая к власти греческая коалиция. Также и французский национальный фронт с Мари Ле Пен и сада дошла на власть греческая новая коалиция. Также се объясняют в связи с нацизмом. Сюда же относится партия независимости Соединенного Королевства. Как и партия Единенного Королевства. В трактовке США и руководства Европейского Союза именно эти силы сегодня являются националистами и исповедуют фашистскую идеологию. По тумачениям Соединенных Американских держав и Европейской Унии, все они представляют практично носиоце нацифашистической идеологии. Хотя понятно, что главный вызов, который они бросают новому мировому порядку, заключается не в их национализме, а в их стремлении развивать отношения с Россией или, по крайней мере, занять независимую позицию. Иако је, наравно, јасно да је практично главни изазов који су они бацили Соединенима Америчких Држава и Европској Унији уопште није њихов национализам, него њихова тежња да сарађују са Русијом.
Подобная политика Запада, направленная на достижение идеалов евроатлантизма любой ценой, путем поддержки и сговора с любыми силами, в том числе откровенно фашистскими, объективно сужает возможности для урегулирования любых европейских кризисов, не только европейских. Znači, praktično otežava realizaciju bilo koje evropske i ne samo evropske krize, takva isključiva pozicija Sjedinjenih Američkih Država da do svojih ciljeva stignu svim sredstvima po bilo koju cenu. Если в конце 30-х годов прошлого века Запад исповедовал политику умиротворения агрессора, то сегодня ситуация еще опаснее, поскольку речь идет о фактически провоцировании конфликтов. I ako se ranije Zapad predstavljao u ulozi nekog mirotvorca, sada on praktično već dejstvuje kao podstrekač nemira i podstrekač agresije. Подобная политика не позволяет задействовать даже такой механизм, который использовался ранее в истории, в частности в период холодной войны, как раздел сфер влияния между Востоком и Западом. Znači, praktično takva politika onemogućava bilo kakvu saradnju koja je bila moguća čak i u vreme hladnog rata. Известно, что и тогда между Советским Союзом и Соединенными Штатами, между НАТО и Варшавским договором существовали серьезные расхождения, в том числе идеологические. Jasno je da i tada između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza bilo mnogo razmimoilaženja, pogotovo između ostalog i ideoloških. Однако тогда существовали определенные договоренности, определенные принципы, которые позволяли противникам уважать интересы друг друга. Međutim, тогда су ипак постоили određени договори, који су омогућавали да једни друге и уважавају. Однако сегодня Запад сделал ставку на победу в игре с нулевым результатом. Međutim, сада је Запад ставио акцент на победу на потпуно агресиван начин. И его причина не в непонимании уроков истории, а в проведении сознательной политики и использовании этих уроков в своих собственных интересах. Значит, они не извлекают поуки из истории, но использовать эти уроки в своих интересах. Да, те часовые использовать в своих интересах, исключительно в своих интересах. Фашисты, современные нацисты и фашисты провозглашаются борцами за государственные интересы и за демократию. Значит, практически современные нацисты и фашисты проглашаются борцами за демократию и людские права. Наоборот, Россия и те политики, те силы, которые выступают против этого, объявляются националистами и фашистами. А насупрот томе Русија и земље које покушавају да се боре за своје националне интересе проглашавају се нацистима и фашистима. И скандальное решение лидеров ряда западных государств не присутствовать на параде Победы в Москве. И скандалозна одлука многих западных лидеров да откажу своје учеће на параде Победы в Москве. Свидетельствует о том, что на высшем политическом уровне, на уровне руководства Европейского Союза и США, сведочи о том, что на наивечем политическом нивоу руководства Соединенных Американских Держав и Европейской Унии фактически принято решение о реабилитации нацизма в сегодняшних геополитических целях. Практично, значит, донето решение, да се рехабилитие нацизм у современных геополитических целях. И современная Россия предстает в данной концепции не только равной нацистской Германии, но и в чем-то хуже ее. Современная Россия се представляет со своими проектами не само как нацистическая немецка, но и еще горе светлу. Очевидно, потому что Гитлер до определенного момента договаривался с Западом. Очевидно, из-за того, что Гитлер до определенного момента договаривался с Западом. А Россия не идет на те договоренности, которые выгодны Западу. А Россия не идет на все те уступки, которые угодны Западу. Однако существует по меньшей мере два фактора, которые позволяют считать, что данная игра в ее евроатлантической трактовке может подойти к концу. Međutim, postoje najmanje dva momenta koja mogu ukazati na to da ta euroatlantska igra dolazi do svog kraja. Da, daže tri. Prvo je to narastanje unutarnjih protivorečja u samom Evropskom Sajuzu. Prva je nastajanje protivorečnosti u samoj Evropskoj Uniji. Gdje postepeno rastot nastrojenje protiv eurointegracije v tom vidi kakom ona sjevodnje proizhodit. Gdje postepeno narastaju tendencije suprostavljanja takvom poredku koji sada postoji.
Второй фактор – это, возможно, выход из-под контроля многочисленных нацистских группировок и организаций, которые действуют в том числе и на Украине. Drugi faktor je da ne mogu više ni da drže u potpunosti pod kontrolom sve te nacističke faktore koje deluju u Evropi, a pogotovo u Ukrajini. Što objektivno stane udarom po interesom sosednjih gospodarstva, u tom числе koje vhodja u Evropski sajuz i v NATO. Što će objektivno predstavljati udar na susedne države iz Evropske unije. I treći faktor, bezuslovno, svezan s razvitjem integracionih projektov razvijajućih se za predelami NATO i Evropskog sajuza. Treći faktor je svakako razvijanje integracijskih procesa izvan NATO pakta i Evropske unije. Если эти проекты продемонстрируют свой политический вес, а главное экономическую привлекательность, ако ти интереси искажу свою истинскую тежину и экономическую привлекательность, то идея европейской интеграции в ее нынешнем виде может быть похоронена. Тогда идея европейских интеграций в нынешнем виде может быть и сохранена. А это, безусловно, вынудит и лидеров западных государств изменить свою политику, по крайней мере, в том виде, в каком она существует сегодня, поскольку в этом случае может пойти речь о политическом выживании. А то, че свакако морати довести те лидеры Европской Унии до промене политики, в крайнем случае, не политики, как у данас видимо, как мы данас сведоци. Спасибо. Хвала. Hvala Petru Iskenderovu, koji je inače redovni kolumnista sajta Fond strateške kulture, čije se pisanje geopolitičke analize vrlo pažljivo već godinama prate u Srbiji.